цели наши заключаются в нескольких моментах. Ну, во-первых, это увеличить объемы не сырьевого, не энергетического экспорта. Прежде всего, конечно, это товары высокой степени обработки, высокотехнологичная продукция, услуги в сфере IT, в сфере транспорта, образования, целого ряда. Нам нужно научиться зарабатывать на торговле несырьевыми товарами, причем зарабатывать столько, сколько требуется и для нашего внутреннего развития, и для решения социальных задач. Ну, иными словами, гораздо больше, принципиально больше, чем мы можем это сделать сегодня. Поэтому должны быть эффективные инструменты, которые бы позволяли справляться с этими сложностями.